Это VSPlanet.net. Только что закончилось шоу NFR «Уничтожение». И со мной народный чемпион, наш, не побоюсь этого слова, аур, понимаешь, бой, Антон Дерябин. И мой первый вопрос, хочется процитировать классика. Антон, what the fuck just happened? Слушайте, я на самом деле не знаю, но я как бы был частью NSW, и тут такая хрень случилась. Ну, я думаю, что это все-таки руководство что-то задумало. Но Антон Дерябин это так не оставит. Как вы знаете, я часто очень появляюсь в Питере, и ребята будут теперь смотреть в оба. Антон Дерябин может неожиданно появиться и каждого сложить на ринге и сделать мега-сплэш. Самый лучший сплэш. Тем не менее, тебя сегодня избили, но ты не побежденный. В мейн-ивенте выиграл ты. Теперь все поменяется. Лео уволен. Новым менеджером назначил Михаил Никитин. Как ты видишь дальнейшую судьбу НФР? Что нас ждет дальше? Ну, Михаил Никитин уже был генеральным менеджером. И когда он, можно сказать, властвовал, в НФР было все хорошо. Приезжали звезды. И были очень интересные шоу, которые были с какими-то изюминками. И во времена Лео уже он хотел все просто забрать под себя. И уже последнее шоу все просто были на издыхании. И ну, сейчас как бы все выровнялось. Я считаю, что Михаил Никитин будет лучшим просто генеральным менеджером в истории не только российского рестлинга, но и мирового рестлинга. И принесет российскому рестлингу популярность просто масштабную, ну, наверное, соизмеримую с TNA хотя бы. Теперь, когда мы решили проблему с коррумпированной властью, не хочешь ли ты ввязаться в гонку за золотом? Какой пояс тебе интересен? Чемпионство НФР, может быть, найти нового напарника, стать чемпионом в парных боях? Или, может, новое чемпионство Москвы, говорят, кто получает его, становится невыездным, а обязан не выезжать из Москвы? Какие твои планы? Я очень бы хотел побороться с Ронни Кринсоном, который предал мою команду, и забрать у него пояс Москвы. Я хочу победить Дмитрия Орлова, доказать, что он ничтожество, и то, что он носит пояс, это ошибка. И я хочу забрать пояс у Донского и быть первым обладателем трех главных поясов России. Один пояс здесь, один пояс здесь, один пояс здесь. Кто лучший? Антон Дерябин. Несмотря на весь негатив, на это вторжение в конце сегодня было очень такое праздничное шоу, было много иностранных гостей. С кем ты успел познакомиться, может, с кем-то ты назначил матч в будущем? Как тебе революция Див, женская новая чемпионка НФР? Ну, я считаю, что это новые возможности для наших девушек, потому что, скорее всего, либо Лаура приедет еще раз к нам в Россию, либо кто-то из наших девочек поедет отбирать пояс у нее, а может быть, она проиграет этот пояс кому-то. Здесь, как показывает история рестлинга, она может быть просто любой. Все, что угодно может произойти. Очень крутой чувак, Альтер Мантис Блэк. Подписывайтесь на его инстаграм, на мой, следите. Кстати, очень много в России фанатов Чикары. Блин, Чикара – одна из лучших федераций. King of Trios, я пересматриваю каждый день, честно вам скажу. Некоторые прям бои, прям просто на повторе. Также сегодня мы увидели очень такой драматичный сегмент. Вернулась Бонни, но, к сожалению, попала под вот этот перекрестный непонятный негатив разборки между Кулаковым и Локомотивом. Как человек, который был другом и того, и другого, и я думаю, с Бонни у тебя хорошие отношения. Что ты можешь сказать по поводу этой ситуации? Ну, я думаю, что Бонни вернет свое. И я, знаете, для меня сейчас Бонни – это суперзвезда американского рестлинга и вообще всего мирового рестлинга, потому что сейчас она выступает в очень многих промоушенах. Это действительно очень круто. И я думаю, что мы увидим на ринге ее еще раз. И она отомстит. И я думаю, это будет просто перфектно. Ну что ж, осталось передать последний привет нашим питерским друзьям.
когда начнется ответное действие, когда мы узнаем, что лучше, бордюр или поребрик, булка или батон, кура или курица, когда Москва ответит на все эти обвинения, которые прозвучали сегодня. Но тут дело не в Питере и Москве, здесь дело в людях, поэтому Питер, я не буду говорить, когда, ждите, это будет для вас неожиданностью. Мы не то что отомстим, мы разорвем вас на кусочки. Это был народный чемпион НФР Антон Дерябин. И это еще не конец.